Это Milwaukee M12 Fit 2, и сегодня ты узнаешь все, что нужно знать о самой горячей новинке сезона. В комплектацию входит сам Impact, два аккумулятора, 2 ампер-часа, 12 вольт, и зарядное устройство под 12-вольтовые аккумуляторы. Ну и, соответственно, сам кейс. Поговорим об особенностях. Трехсторонняя подсветка с технологией TrueView, прорезиненный битодержатель для двух бит, скоба для подвеса инструмента и индикатор зарядки аккумулятора. Оснащен бесщеточным двигателем с электронной регулировкой оборотов. На борту 4 режима, в том числе сверление. На первой, второй и третьей скорости этот шуруповерт развивает 1,7, 2,9, 3,6 тысяч оборотов в минуту соответственно. В режиме сверления этот импакт крутит 3600 оборотов в минуту. Выдает до 4000 ударов в минуту и 170 ньютон-метров момента по паспорту. Редуктор у него безмасляный, выдает до 110 дБ шума, поэтому обязательно одевайте наушники при работе. Этот импакт, в отличие от своей предыдущей модели Milwaukee M12 Fit, помимо подсветки и битодержателя, получил еще дополнительную мощность. Давайте это проверим. Если у тебя уже есть инструмент Milwaukee линейки M12, то этот малыш обязательно станет отличным дополнением для твоей коллекции.